9 сентября состоятся выборы губернатора Московской области. По этому случаю сегодня у нас в гостях Геннадий Чесноков, член территориальной избирательной комиссии Ленинского района с правом решающего голоса и замкоординатора Ленинского районного отделения ЛДПР. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, для чего нужно вообще ходить на выборы? Есть исполнительная власть, есть законодательная. Законодательная власть – это депутаты, которые, сказать, вот есть проблема. Один ее видит так, другой ее видит так, третий видит так, четвертый видит так. И у каждого может свое быть решение этой проблемы. И когда, сказать, коллективное обсуждение, пускай споры, тогда оптимальное будет найдено решение. Как сделать так, на ваш взгляд, чтобы люди пошли хотя бы на эти выборы? Ну, уже подвижки есть. Вы знаете, в прошлом году были выборы у нас в районе, сказать, в городе. Уже была явка 26%. Я считаю, результат практически в два раза повысился. Нужно что? Нужно вот то, что сейчас происходит, разъяснять людям, убеждать где-то, сказать. Очень тяжело с людьми общаться. Вот начинаешь, когда с ними говорить, я не хожу, сказать, и не буду ходить, и это все бесполезно. Ну, я еще раз понимаю, интеллект выбит. Какие-то способы переубеждения существуют? Ну, это беседы, потом вот ваша передача, это тоже, сказать, кто посмотрит, на кого-то, наверное, повлияет. Конечно, общаться надо с людьми и разъяснять. У нас же ведь по большому счету нигде не разъясняет вот работу непосредственно парламента. До выборов остался месяц, даже чуть больше. И в том числе для тех, кто, может быть, первый раз пойдет голосовать. Как все-таки определиться со своим выбором? Как сделать правильный выбор? Тот, который человек именно захочет. Ну, если человек действительно хочет разобраться, вот за кого голосовать, вот он не определился. Есть категории, которые давно уже, сказать, за какие-то парламентские партии голосуют. А если человек действительно хочет разобраться, пожалуйста, в участковых избирательных комиссиях есть минимальная информация. У нас в ТИКе есть, но худой конец, сейчас у всех практически интернет есть. О любом кандидате можно изучить. Но будем надеяться, что все-таки выбор будет более продуманным и более взвешенным. Ну, все к этому делу идет. Я так вот, я рад, что у нас явка повысилась в прошлом году. Сказать. В принципе, оптимальный вариант 60-70%. Вот это оптимальный вариант. Большое спасибо, что пришли сегодня. Я напомню, что гостем нашей студии был Геннадий Чесноков, член территориальной избирательной комиссии Ленинского района с правом решающего голоса и заместитель координатора Ленинского районного отделения ЛДПР.